Добрый день, дорогие друзья, с вами я, епископ Альберт Радкин, и наш канал «Взгляд с небесный». Этот плакат, что за моей спиной, мне подарил замечательный человек, юрист, правозащитник, член Совета при Президенте по правам человека, человек, который защищает меня лично и нашу церковь уже 21 год. Это Владимир Васильевич Череховский. Он подарил мне этот плакат давно, я взял его в рамочку, повесил на стену слова известного немецкого пастора, когда пришли за кем-то. И мне подумалось сегодня, а как бы эти слова прозвучали сегодня? Может быть так? Когда пришли за Анной Политковской, я молчал, потому что я не журналист. Когда пришли за Борисом Немцовым, я молчал, потому что я не политик. Когда пришли за Павлом Грудининым, я молчал, я не коммунист, я не аграрий. Когда пришли за яговистами, я молчал, я не яговист. Что будет, когда придут за мною? Кто скажет слово в мою защиту? Или... Или все будет так? Я не знаю. Время покажет. Благослови вас всех, Господь.